Алексей Калинин, Дворца Петербург. Готов к выступлению, и время пошло. Фламинго. Дядя Леша танцует со своим мотоциклом, как с женщиной, понимаете? Красиво так. Вам нравится это, да? А женщинам-то, наверное, как нравится. Такой мужчина, смотрите. Представляете, как он женщиной может называть, если он с мотоциклом такой вытворяет, а? Эх, Леха, молодец! Класс! А девочкам нравится, девочки хлопают. Молодцы, девчонки. Девушки, вам нравится, как Леша танцует с мотоциклом? Отлично, ван кэн. Дядь Леша медленных техничных трюков больше, чем агрессивно-скоростных, но умеет он все. Восьмерочки — это его любимая фишка. ГАИ, я думаю, он знал бы вообще все на заднем колесе, змейную восьмерку и все, так что они требуют. Такой, знаешь, здравствуйте, извините, пожалуйста, достопочтенные полисмены уже, да? Разрешите получить новый вид категории езда на заднем колесе. No hands! Вот дядя Леша опытный спортсмен. Сейчас будет в стопе. Обязательно покажет разнообразие, что он хорошо владеет этим трюком и будет буксовать. Не только будут в стопе, еще будет одно в стопе. Хороший контроль. Хорошим разгоном он может тоже далеко уезжать. Я думаю, сейчас будет буксовать. Тоже красиво, ну что сказать. Такой своеобразный танец. Леха молодец, хороший контроль. Отлично, вот это красиво. Прекрасно. Стабильно, уверенно, красиво. Бернаут Стендер. Здорово. Показал агрессию с таким небольшим отрывом, с разгончиком на втором. Застопил там в конце немножко. Крест. Ага, смена мотоцикла. Так. Время продолжает жить. Алексей Калинин просит ваших аплодисментов. Более навороченный байк. А другая танцплощадка. Да. И теперь другие танцы, дорогие друзья. Вы же можете это видеть. Прекрасно контролирует без рук мотоцикл. Без ног тоже. Ого! Нормально! Круто! Леха, молодец! 30 секунд остается у Алексея Калинина. Торнадо называется этот трюк. Прекрасно выглядит всегда, вызывает бурю эмоций. Давайте похлопаем Алексею Калинину, не жалея резины. Делает настоящее шоу. Проконтролировал, молодец. Алексей Калинин, город Санкт-Петербург. Команда Хорли.